меня есть направление, куда идти, и сейчас мы идем оформляться в иммиграцию. То есть при захождении на Капо Верде нам нужно сделать это, пройти иммиграцию, никаких таможен, никаких ничего не оформляется, но иммиграционную службу нужно пройти, и она находится вот где-то там, там, где приходит большой круизный корабль, я так думаю. И сейчас мы туда и идем. Вот и карта. И нам нужно вот сюда. Так, полицейские на велосипедах. Это городская набережная. Сейчас мы идем как раз в оформление. Какой-то дурацкий марлин, такой по стилю напоминающий кубинские пейзажи. Набережка. Вот это центральная площадь. Такая вот полиция Меритима. И здесь проходит все оформление. То есть это порт, большой порт коммерческий. Сюда приезжает круизный корабль. Ну и, соответственно, оформились, нам поставили штампики в паспорта. Сейчас мы куда-то дойдем, я покажу, как это выглядит, и бумажку на in и out. Я их попросил, чтобы два раза сюда не бегать. Они нам сделали следующий фейвор, то есть нам поставили входные и выходные печати. Один раз пришли и просто уходим через несколько дней, и все, и больше никуда не ходим, в полицию ничего не делаем. Просто супер, молодцы. Оформление заняло где-то минут 20, наверное. Полис. Итак, нам дали вот такую бумажечку. На этой бумажечке нам просто написали название лодки и поставили штампик входа и выхода. То есть с этой бумагой мы можем идти дальше на Мартинику. А далее паспорт. Итак, вот вы видите штампик, который у нас идет in, это сегодня. И вот штампик, который у нас идет out, это 28 числа, здесь плохо видно. Это отлично, вход и выход, чтобы не бегать два раза. Просто пришел, один раз проштамповался и иди себе куда хочешь. Вот это, я понимаю, нормальный подход, нравится. Ну вот, собственно, ради вот этого всего мы ходили в иммиграцию и в Maritime Police. Что, у нас экскурсия по городу? Обзорная экскурсия по острову, не по городу. По и скоро нам уже выезжаем. Точно. Да. С нами Карлос. Хай, Карлос. Это тот человек, который нам будет все сегодня рассказывать и показывать. Мы сейчас выехали на самый верх бухты. Здесь очень сильный ветер. О, реки, которые их тут разбросало по всему острову. Видишь лицо? А вот там вот вдалеке, вот там вот. Это русский буксир, как нам сказали, Russian tug. Впереди маяк, тот, который мы ночью проходили. Итак, Марина. И где-то там наша лодка стоит. Юху! Так, это место называется Мадерал. Я так понимаю, что здесь это оазис, в котором выращивают основное количество фруктов, овощей и животных. О, кто там? Свинья. Вот у них вот этот сад. И они используют систему мелиорации израильскую с вот этим, с капельным поливом. Хочешь попробовать? Это что, папайя вот это, да? Сейчас. Да. Где? Покажи, что там, что там. Перец чили. Стой. Сейчас я буду пробовать. Маленький. Что, с ума сошла? Я думаю, ты умрешь тут от него. Как растет мята. Здесь такой запах мяты вообще, класс. Вот она. О, папайи. Вот так растут папайи. А вот еще. А это растет салат. И лук зеленый. Это мы сейчас идем и смотрим, как здесь все растет и как выращивают здесь фрукты и овощи.
на Капо-Верде. Так, это что у нас? Петрушка? Петрушка. Петрушка. Это кинза. Думаешь, кинза? Нет, не, петрушка. Петрушка? Давай попробуем. Ой, какие салаты красивые. Смотри, какие сочные. Такой ветреный день. Ага. Серега! Осилил! О-о, а теперь еще раз. Have big plans. Итак, наша машина. Грузимся. У нас такой шаг, кто приходит. А мы продолжаем наше путешествие. Так, мы приехали на восточную точку. Здесь вот есть маяк. А вот там вдалеке, сейчас я вам покажу. Вот, видите, там остров. Этот остров называется Санта-Лючия. Этот остров не заселен, там никто не живет. О, рыбацкие лодки. Yeah, they're eating it. Дина, как всегда, собирает ракушки на пляже. А еще здесь очень интересные некоторые конструкции крыш. Такие очень странные, странные, потому что я такой формы еще никогда не видел. Какое-то африканское наследие, причем на самом верху крыши видно стекло, через которое попадает свет. Клево. Это вот такой вот пейзаж. Мы дальше продолжаем путешествовать по восточному побережью. Это так называемые ванны. Пулс. Бассейн. Вот тут видно, как вот волны разбиваются. Есть даже ступеньки, и сюда можно спуститься вот прямо с обрыва. Это вулкан. Мы приехали на пляж. Такой вот пляжик здесь. Наш автобус. И мы сейчас идем на этот прекрасный пляж. Дина несется собирать свои ракушки, естественно. А я просто посижу и посмотрю, что здесь происходит. Я вообще люблю пляжи, но я купаться не люблю. Я люблю сесть и смотреть на воду, но туда залазить, фу, она же мокрая, гадость. Дина уже убежала в большие черные камни. О, какой здесь пляж! Шикарный! Он наш Карлос. Напоминает немножко Сокотру. Вообще крутое место здесь, очень нравится.
котором мы пришли сейчас кушать. А, сейчас еще посмотрим, что за меню нам принесут. Let's figure out. Что? У нас здесь много еды. Очень много. Вот смотрите, например, что здесь есть? Я выбираю шашлык. За $800, между прочим. Шарили. Да. А что, посмотри цены. Все в долларах. Все в долларах. Не в евро, но цены такие. Ну, лист, покажи. Ну, совпадает с ценами. Короче, сейчас мы закажем что-то очень дорогое, судя по всему. На самом деле, все, если делить на 100, тогда получится местная цена. Вон есть билд октопус. Октопус и сквид. Приносить еду. Диночка, что это у тебя такое? У меня шашлык. Шашлык. Да. Вроде неплохой. О, what is this? Beef, beefana. Beefana, beef. With egg on top. Yeah, egg on top, yeah. Ah, nice. Rice, cucumbers, veggies. Рыба со осьминогами. Вот еще одно место. What's the name of this beach? Bahia das Gatas. Ага, like catfish bay. Catfish. Catfish bay. Ага. One of the most famous beach, this is like a lake. Ah, like this? Ah, yeah, because it's getting inside. Yeah. Was the water like getting lake, inside? It's safe for the kids, you know, for the family comes here to barbecue. Ah, okay. Nice. Мы сейчас вышли на самую верхнюю точку острова. Мамочки, как здесь? Здесь прохладно, очень красиво. А вот это то место, где мы были. Вау. Какие виды здесь шикарные. Правда, видимость сейчас не очень хорошая, потому что уже такая дымка. Очень холодно. И огромные палки у сизаля, а? Вот этот сизаль, он когда выстреливает такую штуку, он умирает, это его последний вздох, и он выдает семена, и все, на следующие несколько дней их больше не будет. Ожиданием. Что-то я очкую, смотри. Не очкуй. Чтобы скоротать время в очереди, предлагают гитару. Фирменно. Тут чтобы не забаловал человека, его можно пристегнуть. Я хочу вот эту стрижку сделать. Очень модная здесь. Кресло удобное? Обратите внимание, кресло тут какие. Начало 20 века. Я выбрал прическу, а там сзади есть каталог. Таким узором. Там сзади, посмотри. Ты
Что, друзья, а мы продолжаем наше путешествие. И следующая серия, в которой мы будем рассказывать о нас и наших приключениях, это переход с Капо-Верде на Мартинику. Оставайтесь с нами, и сейчас мы вам будем показывать, как прошли больше 2000 миль в Атлантическом океане. Две штуки 100 с копейками, но об этом мы вам расскажем чуть-чуть позже, уже по факту подведя итоги. Оставайтесь, погнали! Погнали!